космос. Граница галактики. Шучу. Нет никаких границ. Везде одно и то же. Летающие булыжники, заселенные людьми, которых я не перевариваю. Вроде этого вонючего урода. Каждый раз, когда я хочу что-то узнать, мне приходится выколачивать это из него. Только между нами. Мне кажется, ему это нравится. Ненавижу пришельцев. Жизнь их ничему не учит. Каждый раз они бегают, скачут, орут и умоляют о пощаде. Самые шустрые даже пытаются перехитрить меня. Но все они оказываются там, где я их поджидаю. Иеремия Харма. До этого момента все шло как обычно. Пока этот урод не перевернул все с ног на голову. Думаю, надо отплатить ему тем же. Ну как? По-твоему, это смешно? Говорю же тебе, так искал ее. И я должен тебе поверить. Разве я когда-нибудь врал тебе? А теперь начинается самое интересное. И не только для него. Тогда я спросил, куда он ее забрал? Он сказал то, что я меньше всего ожидал услышать. Не знаю, на планету, которая похожа на кусок навоза и населена говорящими обезьянами. Ты легко отделался. Я говорю правду, у меня есть координаты. А можно короче? Мне нужны цифры. Вот они. 49. Сукин сын. Планета Земля. Это означает... что я еду домой. Это плазменный заряд? Если вам интересно, да, он все еще там. И да, он это заслужил. Я межгалактический охотник за головами. И всю свою жизнь я имею дело с фриками всех мастей. Но я защищаю людей. Будет интересно.